Саша Север – одна из самых известных в криминальном мире личностей. Несмотря на то, что он потерял статус вора в законе, он остается одним из самых уважаемых людей в преступном сообществе. Александр Север заслужил свой авторитет тем, что был несгибаемым человеком, отстаивал старые воровские законы и держал свое слово. Но Саша Север известен не только в криминальном мире, о нем слышали и обычные люди. Поводом для этого послужили следующие факторы. Его дружеские отношения с Михаилом Кругом, различные интервью, в которых он рассказывал о жизни за решеткой, различные информационные вбросы. Так, в 2015 году многие СМИ писали о том, что вора в законе Саши Севера не стало. Но сегодня мы не будем подробно разбирать жизнь известного криминального авторитета, а поговорим непосредственно о том, почему Александру Северову не нравилось выражение «коронация вора». Когда в одном из интервью Сашу Севера спросили о коронации воров в законе, он ответил: «Кто вообще придумал эту фразу дурацкую? Коронация вора в законе. Мы не цари же. Это глупости чистой воды». Александр Северов считает, что эта фраза возникла очень давно и так и осталась в обиходе, хотя она никак не отражает сути происходящего. Он считал, что более правильно с криминальной точки зрения говорить «принял в семью достойного человека».